Владимир Павлович был виртуозным профессионалом, чего я больше всего ценю и перед чем я снимаю шапку. Мне так, как мне, что значит мне, не мне, а нам надоели дилетанты, наглецы, не умеющие двух слов связать, пишущие романы, не умеющие составить пленку, ставящие фильмы и так далее, и так далее. Дилетанты заполоняют нашу жизнь. И когда среди них появляется виртуоз, мастер, профессионал высокого, так сказать, калибра, каким был Басов, то ты тоже чувствуешь с ним предельно спокойно и свободно. Ты уверен, что этот капитан корабль доведет, так сказать, до конца. Претензии имеются к цехам. Моторному, чугунолитейному, сборочному. Эти цеха останутся, остальные могут уйти. Непонятное начало. Новый главный по новому методу. Прошу подвинуться поближе. За сутки с конвейера сошло 20 неполностью укомплектованных тракторов. Начальник сборки, объясните, почему не обеспечили нормального выпуска? Мы не обеспечили, потому что нас не обеспечили. А почему вы говорите «мы»? Что значит ваше «мы»? Мое «мы» значит цех сборки. На фронте, когда командир не выполняет задание, он не говорит «мы не выполнили», он говорит «я не выполнил». На фронте не был. За передачу фронтового опыта благодарю. Я думаю, что Басов как личность, как сын прекрасного поколения, а он сын поколения, которое 23-го, 24-х, 22-х годов, которое почти все полегло на полях войны. Это поколение, которое действительно наполовину вооруженное, малоподготовленное, верящее только в одного Бога, встретившее железные танки немцев. Полегли почти все, но они выдержали и не только в военном положении, они выдержали духовно, они не сломились. И все эти вот ребята, пришедшие после войны с фронтов, и Басов, и Чухрай, и другие, Ордынский покойный, и Хуциев, Егоров и так далее, они пришли, принеся с собой не только знания войны, но они пришли не согнутые, не сбитые с панталык, не потерявшие веры в жизнь. И вот он это в своих фильмах прекрасно отражал. Вохминцев Николай Григорьевич, вот ордер на арест. Собирайтесь, собирайтесь. Покажите, где у вас сарай. Пройдемте. Ну, дрова на середину. Что? Дрова перекидывать? Хотите искать, перекидывайте. Ох, много болтаешь, парень. О себе не думаешь. Тебе институт закончить надо, инженером стать. Ты воевал, я воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Сын за отца не отвечает. Жизнь свою не порть. Где у отца антисоветская литература? Вон там,
Под дровами. В подвале с подземным ходом. Ищи, найдешь. Смеешься. Плачу. А ну, выходи! Он сделал фильм «Тишина». Очень интересный, сильный, замечательный фильм «Тишина». И этот фильм был разгромлен нашим руководством в лице Алексея Владимировича Романова. Значит, утром того дня Басов получил исчерпывающую, так сказать, оценку своей работы, которая, так сказать, по словам руководства, никуда не годилась. Бредная поправить башня. Ее было с их точки зрения даже невозможно и, может быть, нецелесообразно. И Басов при всей своей очень большой, крепкой, так сказать, закалке пришел в некоторые уныние, естественно, после этого дела. Потому что, во-первых, он очень верил и любил эту картину. А во-вторых, потому что, так сказать, это просто огромный труд затрачен. И вот в таком состоянии уныния он пришел к нам, мы были соседями, он жил ниже этажом. Он пришел к нам, так сказать, шли такие полупечальные разговоры. Кто-то еще пришел из соседей, из кинематографических. И такая была, в общем, несколько слегка траурная, так сказать, атмосфера. Раздался телефонный звонок. Значит, мы подошли, позвали Басова к телефону, мы дали ему трубку, звонила его мама. Александра Сергеевна, замечательнейшая женщина, на которую Басов, кстати, был несколько похож. Внешне. Да, семья, это ведь замечательно. Его дед был настоятелем кафедрального собора в городе Саратове. Так что он, так сказать, родом из таких вот людей. Значит, подошел Басов, и вдруг начался странный разговор по телефону. Басов говорит, да, мама говорит, тебе вот звонили по бумажке, читает сегодня, вот сапожник насчет твоих ботинок, потом тебе звонила со студии вообще ассистентка, потом тебе звонил еще кто-то, и потом звонил Алексей Владимирович, тебе звонил, вот, и просил позвонить по такому-то телефону. А мы сидим, значит, в трауре. Алексей Владимирович, это министр. Она-то мама не знает. Говорит, Алексей Владимирович какой-то звонил, просил тебя позвонить. Баш, говорит, Алексей Владимирович, это же наш, Романов. Телефон, министр, да. Телефон записан. Баш говорит, ну надо пойти позвонить. Мы говорим, нет, ты сейчас звонить будешь только здесь, только отсюда, только при нас. Публично мы будем свидетели, так сказать, истории кино. Он звонит, и начинается странный разговор, который состоит через паузу из односложных реплик. Да, слушаю. Это Басов говорит. Басов говорит, да. Да что вы, Александр? Да. Спасибо, Александр Владимирович. Алексей Владимирович. Да? Не может быть. Не может быть. Как же? Спасибо. Короче говоря, Алексей Владимирович его благодарил за картину. А утром говорил, что ее надо закрыть. Утром говорил, что она, так сказать, безнадежно вредна, плоха и непоправима. А сейчас он говорил ему по телефону, так сказать, сплошные комплименты. Говорит, я прослезился, я плакал вообще на вашей картине. Ну, ты не слышал, да, что он там говорил. Ты только да. Это Басов уже потом говорил. Но Басов мог приврать, да, Басов? Да. Значит, короче говоря, вечером того же дня он уже пел ему, наш Алексей Владимирович Романов, дифирамбы, потому что, оказывается, днем картину посмотрел Хрущев. Вот что бывало в кинематографе. Это сказка со счастливым концом. И замечательно. Очень редко. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
картин «Тишина», одна из его лучших картин. И все его картины, они же все, так сказать, посвящены, там есть он. То есть человек, порядочный человек, противостоящий. Противостоящий злу. Противостоящий злу и непорядочности. Да. Потому что за всеми, так сказать, чисто производственными сюжетами и перипетиями социально всякими, ему виделся человек порядочный, отстаивающий, так сказать, справедливость, правду, принцип. Вот это он был такой. Поэтому почти все его киносюжеты отразили эту его черту, это его свойство, его характера. Витя! Алёша! Здрасте. Виктор, откуда ты? Откуда? Оттуда, с Слободки. Или с центрального рубежа обороны, как его называют. Командующий господина генерала от кавалерии белорусов. Никола, осторожно, там в кармане бутылка водки. Лена, позволь ночевать домой, не дойду. Ах, боже мой, конечно. Ты скажи, что там под городом, на рубеже этом делается? Метель под городом. Вот что там, я бы эту метель, мороз, немцев, мерзавцев и петлюру. Постой. Зачем же они вас, не понимаю, за город, в Слободку погнали? А мужички там эти, за городом, вот эти самые милые мужички, сочинение графа Льва Толстого. Как же так? Ведь в газетах пишут, что мужики на стороне гетмана. Что ты, юнкер, мне газеты тычешь? Я бы всю эту вашу газетную шваль перевешал на одном суку. Я сегодня лично на разведке утром сам напоролся на одного деда и спрашиваю, а где же ваши хлопцы? Деревня точно вымерла. А он сослепу не разобрался, что у меня под башлыком погоны. И говорит, уси побиглы. Ой-ой-ой. Именно ой-ой-ой. Взял я этого толстовского хрена за манишку и говорю, а вот я тебя сейчас пристрелю старую. Ты у меня узнаешь, как бегают. Ты у меня сбегаешь в царство небесное. Да-с. Ну, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель прозрел в два счета. Конечно, в ноги орет, ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я с дуру, сослепу, что пожелаете, дам, коней, сани дам, только не вбивайте. Как же ты в город попал? Сменили сегодня, слава тебе, Господи, дружина пехотная пришла. Вот мне очень кажется, что ему, внутреннему его миру и его, так сказать, какому-то укладу человеческому очень близка была атмосфера и, так сказать, ну что ли, дней Турбиных. Очень близка. Вот эти... Он благородный, да, был, вот я человек. Себя чем хочу. В нем жило такое вот, так сказать, внутреннее, колоссальное, я бы сказал, потомственное благородство. И достоинство, русско... невостребованное. Русского человека-офицера, как ни странно, офицера нашей армии во время. Но вот это в нем было. В нем было, так сказать, было чувство достоинства, развитое колоссально. Он никогда не позволял никому и ни с кем, так сказать, какого-то, так сказать, какой-то пошлости. Во-первых, а во-вторых, он не позволял никому относиться к себе неуважительно. Когда ему прислали одну повесть, которую он, предложили ему снимать. Он прочитал ее и пришел ко мне, дал мне прочитать. Когда я спросила, Володь, ну что ты, интересно это для тебя? Он говорит, а я тебе сейчас расскажу эту повесть, как я ее буду снимать. Наливай мне кофе, быстренько. И он мне рассказал всю ленту. Рассказал в кадрах, рассказал в лицах, со звуком. Рассказывал долго, я ему наливала без конца кофе, и он благодарил, и между этим все время рассказывал. Когда он уже закончил рассказ, и закончил уже последним кадром, и говорит, там будет бурлить вода, и будет отходить пароход, и будет гудеть, и будет написано «Конец фильма». Я говорю, ой, Володь, знаешь что, а у меня уже всплыли актерские фамилии, кто может играть? А он сказал, да нет, не надо, не трудись. Я говорю, почему? Он рассмеялся и сказал, я не буду делать эту повесть. Я говорю, а почему ты не будешь делать? Вот мне нет гражданственности, а мне без этого неинтересно работать. Это поколение Наумова, Алова, Басова, Хуциева, Ордынского,
Кулиджанова. Они между собой, между прочим, очень дружные были. Они были беспощадны в оценке, но они не были злы и озлоблены, как сейчас, к сожалению, идет борьба. Это была не борьба, это были дискуссии. Это были насмешки, это были издевательства, это были неприятия. Но в этом всегда было желание не уничтожить своего оппонента, а, как бы сказать, открыть ему глаза. И поэтому они частенько друг у друга снимались. В том числе вот и Владимир Павлович Басов снялся в известнейшей картине Алого Наумова «Бег». Я помню, как мы с ним вместе ехали в поезде в Болгарию, где мы снимали «Стамбул» в Пловдиве, и весь все эти знаменитые «Тараканьи бега». Какая была счастливое время. Мы были свободны, мы ехали сниматься в прекрасной картине. Нас ждала чудная тогда страна, очень дружественная. Мы работали над такой замечательной вещью, или, скажем, литературой, как правильнее бы литературой, как Булгаков, Михаил Афанасьевич, Бек. Все было прелестно. И надо было видеть Басова, такой странный, очень яркий, он иногда ярко одевался, как бы сказать, тоже подчеркивая свой артистизм. Есть актеры, которые в кино, да и не только в кино, и в театре, играют на себя. Как говорят, тянут на себя одеяло. Есть такие уж, казалось бы, куда ярче, куда экстравагантнее, куда петушистее, чем Басов в этом самом, во «Владельце тараканьих бегов» Артур Артурыч. Забавнейшая фигура. Но он был замечательным партнером. Он, как и человек, был очень, как бы сказать, думающий не о себе, а о тебе. Вероятно, в этом и есть интеллигентность. Не все время рассказывать про то, что у тебя болит и как болит, а выслушать другого. Артур! В чем дело? Кому я понадобился? Чем могу? Видите ли, тут такое дельце. Нет. Но это уже хамство, Артур Артурович. Так ведь я же знаю, что вы скажете. Ну, интересно, что? Черт! Интересно, что? Гораздо интереснее, что я вам скажу. Взят. Интересно, что? В кредит никому. Вот сволочь. Первое, что он сделал, когда он пришел сюда к нам, сам, он сказал, я, вернее, он, этот Артур Артурович, должен быть похож на таракана. Миш, Володь, какой таракан? О чем ты говоришь? Таракан. И он в течение недели изображал, приходил сюда и изображал таракана. Причем потом он от этого отказался, естественно. Никакого таракана не осталось, но где-то что-то внутри, где-то осталось, снял все эти излишества, все эти острые углы. Но где-то внутри осталась вот какая-то тараканья суть, какая-то трусливость, которую он должен был подчерпнуть у этого животного. Второй! Вызываются те же участники! Начинай, профессор. Янычар! Янычар увернул обратно! Ну смотрите, уползет обратно! Что делать? Что с ним произошло? Сволочь! Янычар! Давай, 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 Янычар, голубчик, давай! Янычар боится! Быть не может. Артурка, пивом напоил Янычара! Громче музыку! Боцман, где вы видели пьяного таракана? Я вас спрашиваю! Вот, смотрите, Янычар треска голбас! Внимание, Янычар! Ах, как сиганул я прикасаться! Мое заведение с разрешением полиции! Убить Артурку мало!
сеньоры, джентльмены! Перекрыть все ходы! На помощь! Вот ваше превосходительство! Янычара! Янычара, не задавите! Беги, янычар, беги! Отдам! Упоил, янычара, ты! Бегу! Увидите вы! Он вообще был гротескный человек. Да, преувеличивал. Он преувеличивал все. Причем, мне кажется, он это делал сначала, может быть, это было как-то, значит, может быть, он и позировал, а потом это стало его естеством. Он преувеличивал практически все. Если он хотел выразить тебе какой-то свой пиетет или уважение, он падал на колени. Если он, значит, у него были царственные жесты. Он был потрясающий, совершенно феноменальный рассказчик. Феноменальный рассказчик, Миша. Он, я не берусь в своей жизни найти человека, который бы мог так гениально рассказывать и показывать. Совершенно. И показывать. Почему он мог показывать не только человека, животное. Он мог показывать траву, ситуацию, атмосферу, дерево. Причем все наделял абсолютно четким и ограниченным, очерченным характером. Шеф! Совсем штыли. Ой, ты что, тяжелый? Ты был? Где Гури? Как в воду канул. Дармоеды. Ну, на глазах растворился, шеф. Учитесь у профессионала, Базини. Он? Электроник? Ну, давай скорее фотографии. Ну, фото, быстро. Да, это он. Электроник. О, с электроником нужно обращаться, как с ребенком. Первым делом его надо... Сдуть. Сгинь. Уговорить. Очаровать. Обмануть. Смотреть на меня? Смотреть на шефа! Улыбайтесь, улыбайтесь! Улыбайся. Ты же видишь, я улыбаюсь, как Маклур. Да, для сказки вы не годитесь, очаровать вам не удастся. Марш вперед! Вперед! Победы! Он обладал совершенно уникальной способностью вот в такой малой временной форме выражать очень многое. Были такие актеры, которые... Их называли актерами эпизода, которые очень уплотняли свое пребывание на экране во времени, уплотняли до такого сгустка. Это просто необыкновенная фантазия. Каждую следующую импровизацию, каждую следующую секунду он сочинял что-то новое. Причем не умозрительно сочинял, а сочинял внутри своего собственного характера, не выходя за его пределы, разворачивал его необыкновенной, интересной и неожиданной стороной. Я вижу, вы за границу ездили. Я? Да, был. Далеко? В Риме был. Макароны? Да, ел. Кианти? Пил. На гондолах ездили? Да, ездил. Гондолы. Лодка такая. Длинная. Хорошо. Хорошо. Мой портфель. Мой портфель. Костюмчик оттуда? Нет, костюмчик отсюда. Наш костюмчик. Не может быть. Да. Не может быть. Наш? Извините. Москваши. Галстук миланский. Петровка, пассаж. Скороход. Шнурки вот здесь за углом купил, а носки в гуме. Зачем же ты туда ездил? Как раз поэзия сейчас на подъеме. Очень интересные ребята появляются. Женя Евтушенко, например. Кто-кто? Евтушенко? Не читали. Вот видите. Очень обещающий парень.
Но дальше всех, я думаю, Роберт пойдет, рождественский. Не слышали? Есть в нем какая-то сила, дух бунтарский. Да, бунтарей сейчас развелось. Хлебом их не корми, дай только старшее поколение покритиковать. Почему мы молчали, все допытывается. Сейчас легко рассуждать, а посмотрел бы я на них в наши времена. Уж мы бы не молчали. Вы супруга гражданина Травкина? Да. Вован Сергеевича? А его нет, он как раз в области. Сейчас по телевизору выступает, на голубом огоньке. У меня к вам дело. Так заходите. Там кто-нибудь есть? Дети. Тогда удобнее здесь. Я из областного музея. Вы бывали в нашем музее? Нет. Напрасно. У нас великолепная экспозиция. Все представляющее научную, историческую ценность, собранное в нашей области, хранится в музее. Так вот, мы хотели бы приобрести череп вашего супруга. Что? Череп. Или в крайнем случае челюсть. Что-что? За наличный расчет, разумеется. Как вы на это смотрите? Так он же живой. Все мы гости на этой планете. Да идите вы вон отсюда. $60. Вон! Что у вас есть? 40 метров, квартира. Никаких квартир, мы говорим о тете. Квартира это тетя, метраж, возраст. Сколько лет вашей тете? Тетя Анюте, наверное, лет 60 уже. Какой тетя Анюте? Ой, я забыла. 40. А, другое дело. Сколько у вас детей? Комнат, значит? Две. Двое? Двое, да. Метраж? Простите, возраст? 25 и 15. Так. Кстати, племянница с мужем как живут? Вместе порознь? А это что такое? Это раздельный, совмещенный? А нет. Что нет? Удобств нет? Племянницы нет? Мужа нет? Нет, племянница есть и муж есть. Племянница такая вся белая, в кафеле до потолка, а муж, он... тоже блондин, белый, чех. Как? Чех я с иностранцами? Нет. Компакт импортный. Ах, это? Да. Может, вы меня путаете. Да. А ты слышал, если можешь не писать, не пиши. Я могу и не писать. А вам что, не понравилось? Нравятся девочки. А литература — это искусство. О чем рассказ-то? Ну, в общем, о хороших людях. Мало. Писатель должен глубоко проникать в жизнь. А вот ты кто по профессии? Он монтажник. Монтажник кто-то. А писатель-инженер человеческих душ. А ты, как я посмотрю, лакировщик, а? Конъюнктурщик ты. Почему я конъюнктурщик? С чего вы взяли? А почему? Да потому что у литературы свои законы. Вот, например, висит на стене ружье охотничье, оно должно выстрелить. Какое ружье? Нет там никакого ружья. Это Чехов сказал, а? Чудак-то, ведь я же фигурально. К слову пришлось. Каждый индивид должен иметь свою правду характера. А у тебя правды характера нету? Не знаю, может быть, у меня... написано неважно, и ружье не стреляет, но это все правда. Правда. А сути нету. Какой суть? Основной сути. Ну, у тебя этого мало, чужие люди в дом пускают, кормят, поют и денег не берут. Ну и что? А суть? А суть? Или деньги хотели содрать, или прикидывались. Перед кем-то они прикидывались. Да хотя бы перед малым этим. Или сами перед собой. О, какие мы хорошие, добрые. А за так никто ничего делать не будет. Прикидывались. По-вашему, выходит, что все такие сволочи? Люди. Вон, недаром древние греки говорят, человеком правят три вещи. Любовь, голод и страх смерти. Эгоизм. И все. Эгоизм. Эгоизм. Вот послушай. Была у меня любовь.
любимой была у меня, женщина. Я ногу вывихнул, месяц не работал, она замуж вышла за другого. О, сюжет! Что ты думаешь, она меня любила? Сомневаюсь. Правильно, прикидывалась? А теперь как? Что как? Нога не болит? Да нога-то в порядке. Или вот еще случай. К тете в Орел в прошлом году я ездил. Ну, приняли, пошел я в магазин. Прилег на скамеечке вздремнуть, просыпаюсь. Часов нет, пальто свистнули, драповое. О, сюжет! А? Сюжет, да? Писатель должен глубоко проникать в жизнь. Я помню, что когда он снимался у нас в картине «Смешные люди», он там играл дьякона. И в этой роли уже просвечивал, можно было тоже угадывать его возможности как артиста трагического. Он в основном знаменит и любим как комедийный артист. Так что вот какие-то вещи ему не удалось. Удалось. Даже вот в этих комедийных ролях, мне кажется, в нем какая-то вот достоевщина, какая-то безуминка, она сопровождала всю его жизнь. Как просто в реальной практической его жизни, так и он ее притаскивал с собой на экран. Он наполнял экран как аурой вот этой какой-то безуминкой, какой-то с каким-то Достоевский в нем пульсировал. Это очень был жалко, что он не снимал Достоевского. Необходимо отправиться по делу, и таким образом не помешаю. Останьтесь, Петр Петрович, ведь вы намерены были просидеть вечер, к тому же сами писали, что желаете объясниться с маменькой. Я действительно желал объясниться и с вами, и с многоуважаемой Пульхерией Александровной. Но как и брат ваш не может при мне объясниться насчет некоторых предложений господина Свидригайлова, так и я не желаю и не могу объясниться при других насчет некоторых весьма и весьма важных пунктов. К тому же капитальная и убедительная просьба моя не была исполнена. Просьба ваша, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена по моему настоянию. Если Роди вас действительно оскорбил, он должен и будет просить вас извинения. Есть некоторые оскорбления, Авдотья Романовна, которые при всей доброй воле забыть нельзя-с. Оставьте эту обидчивость, Петр Петрович. Будьте тем умным, благородным человеком, которым я вас считала и считать хочу. Если вы не помиритесь, я должна выбирать, вы или он. Для вас я должна разорвать с братом, для брата разорвать с вами. Я хочу и могу узнать теперь, наверное, брат ли он мне. А про вас, цените ли вы ли меня? Дорога ли я вам? Муж ли вы мне? Вы говорите, вы или он? Стало быть, тем самым показываете, как немного я для вас значу. Я не могу допустить этого при отношениях и обязательствах, существующих между нами. Не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которым он уполномочил вашего братца и который, как я вижу, имеет для вас капитальное значение, а может быть, и весьма приятное. Ах, боже мой! Тебе не стыдно теперь, сестра? Стыдно, Роди. Стыдно. Петр Петрович, пойдите вон! Вот мы снимали в свое время «Скверный анекдот». Я просто очень жалею, что Басов там не снимался. Это персонаж оттуда, который бы, конечно, наполнил это. И, знаешь, сейчас, когда уже его действительно нет с нами, когда прошло время, и мы сейчас уже спокойно говорим, уже боль как-то утихла от его ухода от нас. Я вот так думаю иногда. Ведь
мы и виноваты перед ним во многом. Я, в частности, вот мы с Аловым. Мы могли его снимать больше. Снимать его больше. И сейчас, когда я вот так думаю, вспоминая наши картины, почти в каждой картине он мог играть. И только, значит, мы спохватились вот после бега уже и маленькую, какую-то малюсенькую роль, просто потому что надо было, чтобы он был рядом с нами. Мы его пригласили. А ведь для такого актера надо писать. Надо писать роли специальные под него, для него. Для того, чтобы он полностью мог раскрыться. Сам на эту дорогу. Спокойной ночи. Я стал сниматься в первой своей картине. И низкий поклон Владимиру Павловичу Басову, моему крестному отцу. Я ворвался в кино. Ворвался, и вот, значит, только не понимаю, думаю, какое счастье. Все настоящее, значит, все живое, все хорошее. Микрофон рядышком. Кусочками снимают маленькими. Не надо роль учить. Вот сейчас Гамлет репетирую в театре. 100 листов или больше даже текста в стихах гений написал. Поэтому тяжело. А тут, значит, маленькими, значит, кусочками снимают. Вот только единственное непонятно мне, как меня учили учителя в Саратове, в Саратовском театральном училище я учился, вот выстроить сверхзадачу роли. И поэтому, потому что снимают как кино, то конец, то середину, и так далее, и так далее. 4 серии, тем более, картины «Считая меча». И вот, значит, я все к Владимиру Павловичу Басову подходил и спрашивал: Владимир Павлович, как мне выстроить сверхзадачу роли? Он говорит: что? Я говорю: как мне выстроить сверхзадачу роли? Он говорит: радость моя, ты кусочек сыграй вот, а сверхзадачу тебе склею. Тебе куда? А мне все равно, куда хочешь. Ты извини, но у меня иногда возникает желание побыть немного одному. Мы с тобой сегодня одинаково небрежны. Ты забыл отзыв. Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит. С ним было необычайно интересно работать. Потом я еще должен сказать действительно, что ни с одним режиссером не было так у меня. Вот, значит, так вот, скажем, мы пишем музыку для фильма. Очень часто со многими режиссерами пишем довольно много музыки. А потом в картину входит половина, а иногда и меньше. У Басова этого не было никогда. Особенно я вспоминаю, когда мы писали музыку к фильму «Щит и меч». Я, значит, писал музыку. И там, конечно, главная и основная песня – это была «С чего начинается Родина». Я помню, как мы сели первый раз уже, значит, вот с Владимиром Павловичем у рояля. И я ему сыграл первый вариант такой. Причем песня начиналась иначе, не так, как сейчас, как все знают. А начиналась она со спокойных таких интонаций. Все, он, так сказать, шло. И только в конце, в самом конце, вот это «С чего начинается Родина», это было как бы заключение. Все это. И вдруг Владимир Павлович говорит:
Слушай-ка, попробуй с этого начать. Вот песню прямо с этой интонации начать. Я, для меня это было вначале как-то... Как это начать? Именно с... И когда я попробовал, вдруг действительно меня пронзило, что действительно это настолько... Как он точно угадал, что именно нужно было с этой пронзительной, так сказать, интонации и начинать песню. Мы снимали «Щит и меч», и работали мы в Берлине. Ну, тогда было очень тяжело выехать в Берлин и набрать столько актеров, которые у нас снимались из разных картин, из разных республик. И было очень трудно их как-то собрать вместе. Потом еще, надо сказать, что оформляли только одноразовые визы. И нельзя было уже второй раз актера вызвать, если там не удалось у нас что-то снять. Ну и когда собралось, значит, собрались все актеры, у нас один из героев лежал в госпитале, болел. Ну, уже я поговорила с врачами, они говорят, что ну, он уже 3 дня чувствует себя хорошо, он абсолютно может уже сниматься. Начали готовить эту съемку, посадили, значит, это была сцена в кафе, все сели за стол, Басов долго репетировал, все были одеты, загримированы, и ждали только этого героя, который должен был войти прямо в кадр, и уже можно было кричать мотор. И вдруг шофер возвращается, а это был, госпиталь был за 60 километров, возвращается шофер и говорит: «Жанет Татушна, вы знаете что? А актер отказался ехать на съемку». Я, конечно, в полной панике, потому что на утро все актеры улетают, и уже я их собрать не могу никак. Я подбегаю и говорю: «Владимир Павлович, ты знаешь что, какой кошмар, а актер не приехал». Он говорит: «Не волнуйся, не переживай, дайте мне сюртук и фуражку, быстро, гримеры, ко мне». Гример подбежал с левой стороны. «Да нет, не с левой стороны, с правой. Приклей мне ухо». Он был лопоухий, Басов. «Приклей мне ухо и, пожалуйста, мне сделайте тон там на шее. Аппарат за спину, быстро, быстро, с правой стороны». Великолепно, начали, приготовились. Сейчас буду кричать мотор, а у него была блестящая память. Он знал все реплики всех актеров, знал наизусть. И он за... этого актера говорил все реплики, закричал мотор, и мы сняли эту сцену. На перезаписи он мне говорит, что Люся, говорит, знаешь, вот там, говорит, в пятой части, говорит, нужно срезать кадр. Я думаю, да не буду я поправлять кадр, говорит, не увидит он этот кадр никогда. Нет, увидел, прихожу, мне говорит, ты вырезала, но я уже не могла сказать. Он у меня так спрашивает, я стою, говорю, вырезала. Он говорит, ну не вырезала. Я говорю, ну вырезала. А он говорит, ну скажи мне честно, ты вырезала, Люся, или нет? Я говорю, нет, не вырезала. Не смогла уже дальше. Ну вот видишь, говорит, иди вырезай. То есть он все равно заставил меня вырезать этот кадр. Вообще, это был удивительный человек в точности монтажа. И он всегда мне говорил, что картина, тот же, как и Пудовкин, что картина рождается дважды. Один раз, когда она снимается, и второй раз, когда она монтируется. Это был очень талантливый человек. Талантливый во всем. В отношениях с людьми, в создании жизненной ситуации, в своем творчестве, режиссерском, в своем актерском творчестве. Очень разнообразный, талантливый и совершенно непредсказуемый человек. Отчего с ним было очень интересно. А птичка поет птицело, о рыбках поет рыболов, а я о пиявках пою, за денежки продаю, принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита. Танзелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки. Когда я снималась «Красной шапочки» и встретилась с Владимиром Павловичем Басовым, мне было 10 лет. Когда мы с ним встретились на съемочной площадке, я его сразу увидела в костюме худого волка, и он мне страшно не понравился. Вот, и вот однажды, когда мы снимали в Новогрудке, я очень устала, была страшно голодная, и я очень просила, чтобы мне кто-нибудь со мной сходил поесть. И вдруг ко мне подошел Басов и сказал: «Ну что, шапка,
Пойдем со мной. Я тебя отведу. Поесть заодно и поем сам. Я с таким чувством недоверия засунула ему руку в его руку, и мы с ним пошли по лесу. И с этого момента началась наша дружба. Была сцена, которую я до сих пор запомню. Громадная сосна, которую пилили несколько лесорубов. И вот она должна была упасть. Я страшно боялась этого момента и все время думала о том, что вот она упадет, и я не успею к ней подбежать, или успею подбежать, и она упадет на меня. И Басов меня все время успокаивал и говорил: ты не бойся, все будет нормально. Ты смотри на меня, как только я буду подходить, и ты пойдешь мне навстречу. И когда я увидела, что он двигается, я побежала ему навстречу, причем у меня все тряслось. Внутри я смотрела только на него круглыми глазами и думала, как бы меня эти ветки не задели. И когда эта сосна наконец упала, я посмотрела на него и увидела его спокойное, такое улыбающееся лицо. По фильму это было первое знакомство худого волка с красной шапочкой. И вдруг он совершенно неожиданно как-то так развел руками и сказал: какая встреча! Я вдруг подхватила это и сказала ему: какими судьбами? И мы услышали, как сзади засмеялись режиссер, моя мама, помощники. Эта сцена была снята. Ой. Это она? Она, кого я вижу. Какая встреча? Глазам не верю. Какими судьбами? Куда путь держим? К бабушке. Редкая удача. Нам по пути. Дело в том, что количество труда, которое Басов за свою, так сказать, в общем-то, не очень долгую жизнь поднял, это ведь совершенно необозримо. Он работал как зверь. Он умел работать, может быть, лучше, чем мы все. Миссис Конвей велела, чтобы я пришел сюда. Вы будете новобранцем. Я не очень-то горазд на такие штуки. Пойдет. Видите, тебе только поглупей. Мистер Эрнест Биверс, случайный пришелец в наш процветающий город. Если говорить, так сказать, сейчас не о картине, а о Басове, опять же, как о человеке, потому что отец может быть, это, кстати, и важнее, потому что картину можно увидеть. А, так сказать, жизнь человеческую, которая идет где-то, так сказать, ее не узнаешь и не увидишь. И судишь о человеке по каким-то вообще не самым главным его, так сказать, ну что ли, чертам и признакам. Он очень любил детей. Он очень был человек, так сказать, семейственный. И детей любил настолько, что буквально, так сказать, отдавал им все. Вот. Замечательно был, да. Начал он своих детишек вообще прочее. Сейчас его сынок, дорогой, хороший, похожий несколько на него, Саша, кончает режиссерский факультет в ГИКа и, может быть, с честью продолжит вообще, так сказать, путь отца своего. Конечно, как человек не может прожить жизнь и всем понравиться. Он оставил какие-то проблемы после себя, и которые, так сказать, по наследству переходят. У него режим дня был замечательный, то есть он ложился часов 8, после чего в доме нельзя было ни шаркать, ни топать, ни кричать, ни говорить. Вот, а встал часов 6 и пытался не давать спать всем остальным. Потому что он считал, что его режим дня самый правильный. Поэтому с 6 часов он начинал покашливать, постукивать, похаживать у дверей, и уже спать было нельзя. Вот, но как-то почему-то все-таки это не возымело действия, и я так не научился так рано вставать. Я не смеюсь, папа. Я плачу, потому что тебя нет. А почему ты не был на войне, папа? Ну, потому что я был специалист. А таких специалистов не брали. Самое голодное время я мог накормить всех. Катюшенко, секретарь обкома, мне так говорит:
мы тебя мировому фашизму не отдадим. Хорошо, что ты рассказал. А я-то думал, что ты дезертировал. Может быть, я и дезертировал бы. Ужасно умирать не хотелось. Но ведь все умирали. Все умирали, я не хотел. Ты хочешь, чтобы я ответил тебе неправду? А теперь ты боишься, чтоб я не умер? Идиот! Как можно говорить такие вещи? Я просто спросил, почему ты плачешь. Последний раз, когда я к нему приходил в больницу, когда он уже лежал тяжело больной, его беззащитность перед страшной болезнью, которая его настигла, и в то же время его неиссякаемая надежда в жизненность жития, так сказать, художника, привела его, ведь, в конце концов, уже больного, опять на площадку. Но вот в чем, мне кажется, трагедия его как художника. Он как бы рассчитывал прожить 100 лет, и он делал много походя работ, и как актер, и как режиссер. Походя, между прочим, это потом. Потом, к сожалению, не наступило. Володя Басов был моим другом. Мы дружили более 30 лет. И когда он ушел, я взял его сценарий, который он хотел осуществить. Он написал сценарий «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи. И решил снять картину по его сценарию. Просто как память. Каждую минуту могут приехать. Ты распределила комнаты? Да. Интересно, что это за публика. Слушай, а не попросить ли нам деньги вперед? Не стоит. А если кто-нибудь из них окажется преступником, скрывающимся от полиции? А мне все равно, кто они такие. Если будут платить нам по 7 гиней каждую неделю. Молли, ты на редкость практичная женщина. Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в Пэддингтоне в доме номер 224 по Калвер-стрит. Личность убитой установлена. Это миссис Маурин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и мягкую фетровую шляпу. Вот говорят, что когда вспоминаешь человека, чем больше его вспоминаешь, этим самым как-то ты даешь ему дополнительную жизнь. Даже если он ушел из жизни, то все равно сила человеческой памяти такова, что она заставляет его существовать заново. Поэтому мы часто должны вспоминать людей, с которыми мы жили, и которых мы любили, с которыми мы вместе страдали и радовались. Я думаю, что это очень важно для нас всех, не утратить память о своих друзьях, как бы суетно и поспешно не протекала наша сиюминутная жизнь.